Развлекательную программу для всей семьи на День России подготовила детский парк на Сосино. Там с 15 часов будут игровые зоны, мастер-классы, творческая локация «Мы вместе». С 16 часов стартует второй детский велопарад «Ветер в колесах». Дети проедут на двухколесном транспорте по территории парка. В 15:45 мы собираемся около амфитеатра, то есть ориентируемся на статую оленя. В велопараде, который пройдет в детском парке уже второй раз, могут принять дети старше 5 лет. Пожалуйста, приходите в 15:45, и в 16 мы отправимся в путешествие по аллеям парка. Именно там будет пролегать маршрут этого детского велопарада. В 17 часов горожан приглашают на праздничную программу на набережную реки Сати с парка Зернова. Там пройдет творческое поздравление от центра «Территория танца. Россия – это мы». После танцевального флешмоба на сцену выйдет образцовый духовой оркестр из города Павлово. После него в 18 часов для горожан сыграет военно-духовой оркестр Саровской дивизии. В 19 часов на сцене на воде, там же на набережной парка, нас ждет встреча с ансамблем «Мурома» из города Муром. По окончании их выступления у нас начинается яркая динамичная дискотека 80-х, 90-х, нулевых от диджея Бабанова и MC Fly. Завершится вся праздничная программа в 22 часа. На стадионе «Икар» пройдет масштабный военно-патриотический фестиваль. Саровское соединение Росгвардии представит большую интерактивную программу с 10 часов. Горожан ждут выставка техники и вооружения силовых структур, выставка трофеев СВО, полевая кухня, молодежный военно-патриотический фестиваль, стрелецкий городок, акции, конкурсы и флешмобы. В 10:30 пройдет фестиваль «Мы вместе. Мы Россия». Выступят творческие коллективы Центра внешкольной работы. В 11 часов стартует фестиваль «Вместе со спортом», посвященный десятилетию возрождения ГТО. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.